Улыбчиво во всем настроении. Сегодня у меня лягушки. Опять лягушки, но мальчики. Будут 5 мальчиков лягушат. Все они будут одинаковыми. Все они будут в штанишках. И, как вы уже видите, я приступила к изготовлению. Здесь у меня есть все заготовочки. Использую я для вязания лягушат 3 цвета, как вы уже видите. Основной цвет зеленый у меня 69, белый использую 0,1, и на полосочке 16 цвет, такой светло-синий, можно сказать. 3 цвета по номерам я вам сказала, потому что знаю, вы часто спрашиваете. Итак, что у меня есть? У меня есть практически все заготовочки. Здесь все-все-все. Я даже уже начала соединять голову с телом. Это единственная пока голова с телом. Дальше есть головы. Раз, два, три, четыре. Есть туловище. Раз, два, 3, 4. И здесь все, сказала, что все заготовочки есть, но не все, не хватает глаз. Про глаза как бы я забыла. И здесь все руки и все ноги, вот в таком большом количестве. Как вы видите, они все одинаковые. Осталось мне только связать глаза. Прям все заготовки сделала, все кроме глаз. Сделаю глазки, и, ну, я, наверное, их буду вязать не сейчас. Я сейчас сделаю упор на соединение тела с головой, буду пришивать им лапки и ручки, и уже когда заготовочка будет вот такая полуготовая, я довяжу все глаза. Наверное, так я и сделаю. И в конце видео у меня будут по итогу 5 лягушек, 5 мальчиков. Через секундочку вы уже увидите промежуточный процесс, соединенные детальки заготовочки. Все 5 заготовочек полностью готовы. То, что можно было пришить, я все сделала. Вот таких 5 лягушат мальчишек будет. Дальше я приступаю к вязанию глаз. Здесь у меня есть пряжа, есть немножко наполнителя, ну и сами глазки, вы их уже видели. Использую вот такие голубые красивущие глаза. Сейчас я свяжу все глазки, ставлю зрачки, буду пришивать и оформлять. Наверное, уже не будет промежуточного процесса. Уже покажу вам готовый результат. У меня это займет еще несколько часов, возможно. Для вас это время пролетит незаметно. Вот бы так и все это делалось. Но, чтобы был результат, нужно поработать. Встретимся через секундочку. И еще секундочка вашего времени. Вот все детальки, глазки готовы. Синие зрачки все вставлены. Осталось только немножечко наполнить, пришить и оформить, вышить улыбку. И лягушечки будут готовы. Ну все, осталось. Все, я уже на финишной прямой. Осталось совсем немножко. И 5 лягушат будут готовы уже совсем скоро. А вот и результат моих трудов. Целая корзинка зеленых прекрасных лягушек. Давайте вот так я вам сразу покажу всех в одном кадре. Это девочки, вы их уже видели. Вот так быстренько маленький видеоотчет. И еще одна. Девочек 5, и здесь 5 мальчиков абсолютно одинаковых, все одинаковые в штанишках. 1, 2, 3, 4,
5. Целая компания прекрасных зеленых лягушек. 10 штук. Все. И эту часть работы я выполнила. Чему очень рада. Весь заказ из 11 единорогов и 10 лягушек я выполняла ровно месяц. Работа окончена. Я счастлива. Отправляю посылочку и приступаю к новому заказу. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, в мою маленькую мастерскую, и провели это время со мной.